Блин, у меня же нет водостойкой туши. Нифига себе, ведро нутеллы. Я стала свидетелем кражи. Хорошая кукла, все гнется так. Привет, привет, собака, привет, злая собака, привет. Ну ты господи. Лягушка. Доброе утро! Мы наконец-то идем в садик. Да, вчера вчера понедельник, мы вышли первый день в садик. Наконец-то, 2 недели прошло. Вот всегда бы так, слушайте. Пятиминутная, пятисекундная планерка. Короче, по вторникам у нас собрание, вот, в офисе. И я пришла раньше, что-то Вероника пока отвела туда-сюда, а раньше пришла. Мы такие, да все, распишись, и все, и свободно. В принципе, никаких этих нет вопросов. Вообще. У меня сегодня как раз еще такой маршрут сложный. Так что мне прям на руку сегодня пятиминутная планерочка. Всегда так. Снег идет хлопьями. Всем доброе утро. Я тут хожу. У меня работа теперь связана с хождением. Вот, так что себе даже скачала этот шагомер. Интересно, сколько я за день сегодня пройду. Вот. В общем, опять я поехала в этот район по работе. Такие хлопья идут. Такой снег классный. Вообще красота. Правда, не так видно, но очень красиво. Мне на шапке видно, да? И, кстати говоря, вот, когда такой снег идет, крупные хлопья, глаза даже не открыть. Вот, я сразу такая вспомнила, блин, у меня же нет водостойкой туши. То есть, обычно зимой я покупаю водостойкую душ от Диваш. И мне прям очень она нравится, она недорогая. И она реально не размазывается, не течет, не замерзает, не размерзает. В общем, ей как накрасил железобетонно, так и ходишь, ничего не происходит с ней. Вот. Так что я тут вспомнила, думаю, надо сходить в Магнит Косметик и посмотреть тушь себе, потому что вот такие хлопья летят прям на глаза. Сейчас я вся буду размазанная, наверное, это точно. Ладно, побежала дальше. Смотрите, они просто огроменные. Вообще просто огромные. Ну, конечно же, смотрите, календари всяких с зайцами. Вот этот вот такой хорошенький. На бусинку нашу чем-то похож. В общем, кролики кругом, кролики. Всякие разные. И маленькие, и большие. Вот какие-то календари еще. Ах, красота. А тут смотрите, какой подарок. Записная книжка. Клево, да? Вот кто любит красивые записные книжки. Вообще, смотрите, даже с ручкой. Классно. В общем, красиво. Нифига себе. Ведро нутеллы. Представляете? Кто, интересно, его съест столько? Какая-то арахисовая паста, что ли? Прикольно. Блин, иду, смотрите, что такое. Думаю, что такое у меня прилипло, блин. Ну, только я могла наступить. Пока шла, заполняла отчет. И наступила кое-куда. Может, это к счастью, может, это деньга, так скажем, а? Может, это примета? Всем добрый день. И снова я в эфире. Короче, не смогла я сейчас просто пройти мимо и не поделиться с этой новостью. Вернее,
не новостью, а событием. Я стала свидетелем кражи. Короче, рассказываю историю, почему я смеюсь. Ну, это смешно, но с одной стороны, это и трагично. В общем-то, я хожу по работе и захожу, значит, в Мария-Ра магазин. Здесь у нас на Белом озере. Пока я, короче говоря, там все смотрела. Смотрю, мальчик стоит, а там как бы магазин, ну, такой район, как бы так себе. И мальчик стоит возле пончиков, знаете, такие круглые красивые пончики шоколадные, там всякие разные продаются. И там такой закуток, как бы его не видать. Он очень маленький, вообще маленький, я не знаю, сколько ему лет даже. Он один сам по себе ходит. Я не знаю, даже вот, ну, года 4, может, максимум 4, реально. Года 4. Или он такой низкорослый, прям очень маленький, прям совсем. Я думала, где-то родители, смотрю, никого нет. Вот. В общем, этот пацан стоит такой и вот так вот по сторонам смотрит, а я смотрю, он что-то смотрит, меня не видит. И такой этот пончик хрис и себе в карман пихает, пихает его там, прячет под куртку. Я стою в шоке, думаю, ничего себе. То есть 4 года ребенку, а он уже склонен к воровству. Вы представляете, это реально заложено, или это он смотрел, что так можно сделать, или кто-то его научил, или кто-то ему рассказал, или что. То есть, ну, неспроста же это все. То есть просто так вот ребенок, он не пойдет же воровать в магазине, правильно? Короче, это прям, с одной стороны, смешно было, как он это делал, но с другой стороны, блин, это же будущий мужчина, то есть он уже склонен к воровству, к каким-то преступлениям, да? То есть, возможно, это даже где-то какая-то родовая программа. Вот, и, в общем, он потом дальше пошел, увидел меня, поздоровался, такой, здрасте. Я такая, что ты там делаешь? Он такой, ничего, пошел дальше прячет. Потом он дальше пошел, перед кассой что-то там стоял. Там же бывают тоже внизу всякие там эти мармеладки. И он, в общем, и там пытался что-то там свистнуть. Ходит просто один по магазину туда-сюда и смотрит, где бы можно было что-нибудь свистнуть, короче говоря. Представляете? Я вообще в шоке. Короче, мне и смешно, и не смешно. Такая вот ситуация. Ладно, я пошла домой. Все, я отработала, иду домой пешком. И вот хотела рассказать, что я скачала приложение Шагомер. В прошлом году мне какое-то хорошее было. Он реально считывал все шаги. А это какое-то зависает. В общем, я уже прошла, представляете, от Зеленых Гуров до Пушкина полностью. Ну, там, естественно, где большое расстояние, я там приезжала на маршрутке, где-то невозможно там дойти. Вот, но все остальное я ходила, можно сказать, да? И он не насчитал всего лишь, представляете, вот сейчас уже с Пушкина, ой, с Шариков иду с остановки. Короче, это далеко. И получается, что он не насчитал всего лишь 2000 шагов, типа ты 16 минут ходишь. Как такое может быть? Какие 16? Я с 8 утра хожу, а сейчас 2 часа дня. Ой, короче, счетовод он что-то не очень. Вот, так что сегодня эксперимент у меня не удался. Удалю это приложение, скачаю какое-нибудь новое. Если вы знаете какое-нибудь хорошее приложение, Шагомер. Хочу вообще этот фитнес-браслет, часы такие, да, где учитываете пульс и все-все-все. И к тому же и Шагомер. Вот так, это будет точно уже надежно. Ну ладно, пошла домой. Ну, неужели Вероника начала играть в куколки? Дожились. Я уж хотела их выкинуть, но нет. Вот она, стирка, уборка, мытье. Наконец-то она их не портит уже. А отмывала вчера тут все. Да. Да? Короче, весь вечер их там стирала, мыла, убирала, сушила. Сегодня вот, видимо, одеваться будут, да, они? Да. Классная куколка такая. Вчера что-то причесывала их тут, чесала всех. Потому что я видела там, видела,
Когда-то давно. Это с фикс-прайсе, да, кукла, по-моему, да. У нас? Тоже хорошая кукла, в фикс-прайсе все гнется так. О! И живот еще доделается. Ку-ку. А ребенок где? А ребенок у меня там. А, отдельно где-то, да? Да. Понятно. Здравствуйте, о, здравствуйте, Баста пришла. Здравствуйте. Привет. Баста. Привет. Здравствуй. Как дела? Как дела? Как дела, собака? Лежит эта вредина. Что сегодня с тобой? За нервоз. Все, что-то нервничает, психует, что-то весь день. Толком стряпать отказалась, все. Мы настряпали. А ты что облизываешься, тут ходишь? Привет, собака, привет, злая собака, привет. Ну ты кошь, поди. Баста, ты тяжелая вообще-то, все, не хочу. Все, сидеть, говорю. Баста. Сидеть! Баста, сидеть! О, нет. Тренировщик. Все, сиди. Баста, сядь! Она меня не может. Сядь! О, господи, ворчун. Сидеть. Ой, короче, сядь. Это вообще... Вредина маленькая. Обнимай меня, пожалуйста. А ты меня не обнимай. Нет. Нет, Баста, нет. Нет, говорю. У нее тут, посмотрите, что лежит. Что это такое вообще? У ребенка оторвалась голова аж от ее игр. Она в шоке. Короче, да. Игры играет. Сегодня воскресенье. Сегодня делали домашнюю работу. Она, короче, сегодня просто рисовала. Это уже не домашняя работа, это просто у нее сегодня творчество было. Тут вот домашняя работа. Еще учили мы завтра утренник. Готовимся к утреннику. Кстати, я сама все вот эти картинки вырезала. Да, вырезала она тут сама, короче, делала домашку. И еще нужно было доклад выучить про эти какие-то там фигурки-то, как они там, забыла я. Про вот эти слова. Нет, тот доклад, который... Про филимоновские игрушки надо. О, точно, филимоновские забыла. А у меня славянские, и все, я никак не могу сказать. Вот, так что, короче, у нас сегодня воскресенье, вообще дурдом какой-то происходит. Тетрадка, кстати, уже новая с обучением грамоте. Сначала была другая, совсем. У нее было вот так вот шла радужкой надпись. А сейчас вот так вот ровно. Да-да. Все, давай готовиться завтра костюмы готовить. Какие костюмы у тебя будут? Пошли покажем. Вот, короче, мы тут собираем образы. В общем, Вероника у нас в трех ролях на утреннике. Она будет просто девочкой. Потом будет морковкой. И потом будет микробом вот таким смешным. Это мы сегодня делали ободок. Короче, распечатали, заламинировали. И мне пришлось вот на такую корону прицепить, потому что вот здесь вот прогибалась немножко. И вот она держится хорошо. Потому что на другие ободки не очень крепилась. Короче, вот такие образы. И плюс еще у нас просто образ в садик, в чем она пойдет. Так что у нас вот такие вот приготовления. Буду все сейчас проглаживать, все готовить. И завтра посмотрим, что у них там на утреннике будет. У нас впервые приглашают всех родителей на утренник. Короче, за все года была только я, а сейчас будут все родители. Так что будет интересненько. Ну вот она, короче, микроб. Чуть-чуть пониже сделаю так, а то микроб наклонился туда сильно. Короче, вот такой вот микроб у нас получился. Будет она в том танцевальном костюме своем. Не знаю, как мы с тобой будем переодеваться между сценками, как успевать это все будем. Даже не представляю, как там это все идет. Чтобы все это натянуть, переодеться. Ладно, посмотрим. В общем, готовимся ко сну. Воскресенье так быстро прошло. Пока я тут подготавливала все. Может, выходные? Ну, у меня-то первый выходной, у меня еще завтра выходной. Я к тебе на утренник пойду завтра. А в чем мне идти еще на утренник? Я не придумала даже. И папе. Сейчас буду смотреть. И папе тоже. Лягушка. Кокушка. Я не лягушка. Просто микроб похож на лягушку. А вот, кстати, доклад, который она тут готовит. Сегодня раскрашивала это все, и вот этот текст нужно будет выучить. Это так что... распечатка.
Да, так что мы в этот раз не стали заморачиваться рисовать это все, делать в качестве книжки, потому что, ну, реально, они там 5 минут выступают, мы 3 часа тратим на это все, поэтому решили немножко упростить себе жизнь, так скажем, задачку. И просто распечатать, да. Поэтому пойдет еще с докладом, но не завтра. Завтра и так большая нагрузка, выучит она его там во вторник или в среду и будет отвечать. Так что вот такие приготовления все выходные у нас шли. Да. Да. Доброе утро. То зима настала, а у нас сегодня осенний утренник. Так повезло, что сегодня как раз понедельник, у меня выходной и утренник. Короче, впервые за все года садика приглашаю всех родителей на утренник. Конечно, для всех это событие. Я-то, конечно, ходила, фоткала, вот, и сейчас я иду просто как родитель, не буду, как бы, как фотограф, иду как деловая колбаса в юбке, вот, и все мне начали с утра себе задавать вопросы: а ты же фотографировать будешь? А ты же снимать будешь? Я такая: нет, мы же все родители придем, все, каждый поснимает, и все, что я буду перед ними там в наклоне стоять, лазить, вот, поэтому... Я как бы планирую тоже как родитель посмотреть. Зачем мне бесплатно всем вам все это делать? Вот. Так что все в расстройстве, что я сегодня просто как мама приду, а не как фотограф. Ладно, пошли мы. У Вероники же, кстати, 3 образа, 3 сцены. Она сегодня будет девочкой, микробом и морковкой. Короче, мы весь гардероб перерыли, чтобы найти ей все эти костюмы, ну, придумать, в чем она будет. Вот, вчера делали маску микроба, а я замучилась. Ай, ладно, идем смотреть концерт. Сейчас снимаю вам, что там будет. Мои дорогие, мои микробики. Сейчас мы вот эти все такие фишки.
этих всех родителей будем заражать. Приготовились заражать. Раз, два. Убирайтесь, это на почту. Лучше поиграем друг.